Они? Где-то там. Любителя. А вот что тебя так навешал, повешал. Ну давай рассказывай. Положительно, нет? Положительно. Выполнил все? Все. Тебя на Украину обратно Борисполь не отошлют? Значит, все может быть, Ина Тихонович, откуда я знаю? А мы только ужин стали готовить, с 8 час уже, 15:08. Ну давай рассказывай, как ты доехал, еще там, какие моменты там поворотные в истории. Зачем ездил так, еще нужно было там, кому от тебя? Ничего, прописку надо было получить. С Витей встретился? Встретился. Ну и получилось все как надо, да? Да, да. А если бы Вити не было, то хуже было? Ничего не было бы. Вон как. Ну ладно. Ну что ж такое-то? Есть охота, записать охота. Ты пока одевайся и коротко рассказывай. В какое отделение ходили-то? Что там за люди? Миграционная служба России. Как? Миграционная служба. Ну это село Мамонтово было? Да. Наш район, где Потеряевка есть. Конечно. Вон как. Ну ты явился как? Паспорт показал, что это именно ты или как? Ну конечно. Ну еще они там-то, где, бумагу какую-то дали или просто расписаться? Поставили мне печать, паспорт. Теперь ты уже как у нас считаешься, российский, да? Нет. И этим путем должен Никита пройти Роман, да? Конечно. И который сейчас в Беларуси собирается приехать тоже-то этот путь? Другого пути нету, да? Смотря на как они, насколько долго хотят остаться здесь. Совсем? Ну, если на совсем, то да, нужно с этого начинать. Ну, я думаю, ты можешь у них теперь быть советником? Могу в чем-то, конечно. Могу, да. Ну, что-то такое было, что интересно рассказать, или ничего не было? Нет, ничего не было. А дорогой как-то ехал, спал только, или кому-то что-то говорил? Нет, ничего не спал, не говорил. Просто молился и все? Да. Ну, хорошо тогда. Сказать нечего тебе больше? Нет, ничего. Все, благодарим за это. Да, Никита вернулся живой и здоровый. А мы ждали, как только ты позвонил, что через час будешь, мы с Володей все бросили, скорее на молитву. По полной Лестовке помолились о тебе, только сохрани его, Господи. Угу. Вот так, чтобы дорога и транспорт благополучны были. Ну все тогда. Тут у нас вот кошки бегают. Паля, ты где? Паля? Паля, вылезь оттуда, ну-ка. Вот она пришла, Паля, да красавица.